землю, матушку, солнце, добрые, добрые дела в человеке. Ну, если человека. Так, смотри, вот молодой человек, ты еще можешь сказать ему? Я ему сказать? Да. Конечно, ему к Богу прийти надо. Без Бога нету ничего, у тебя нет ничего там, будущего нету, ничего нету. Ты думаешь, живешь какими-то, вот тебе кто-то где-то что-то сказал. Я не отделяю. Вот что можно сказать. Если божественными терминами мыслить, то я часть Бога, а он часть моего сознания, и мы единое целое. Я не отделяю себя, что Бог где-то отдельно, а я отдельно. То есть я есть Бог. Евангелие считаешь, закон Божий не знаешь, не молишься. Ну, что обманывать себя? Спросим моряка нашего. Ну-ка, подойди сюда. Какой ты можешь дать ему совет? В твоем опыте таком у тебя много чего коснулся, ты сам прошел это. Надо позвонить по скайпу, прийти в себя и позвонить по скайпу, поговорить с этим Тихоновичем. Пройдет время, вот, с этого начать. Все, Игнатий? Ну что, Марина, можешь сказать этому Роману что-нибудь? Ну, то же самое, что вы сказали, вернуться к жене и детей воспитывать. Если нету куда дороги. Вторая половина тоже участвует. Это же не только моя воля. Ну, у вас гордыня же превыше всего. Немножко... Они уже расписались, да? Нет, там она пытается устроить свою жизнь. Но я не против жить с этой женщиной. Я же что говорю? У меня никакой ни обиды на нее. Но она не женщина, она жена твоя. Половинка твоя, вторая половина. Не, ну и человек. Женщина. Не человек, она жена твоя. Вот ты ценишь, вот скажи, а ценишь то, что ты сотворил, вот это вот, сделал сарай, сделал там умывальник, сделал, ты ценишь? А жену надо держать вот так, как хрусталь, ты ее разобьешь, как хрусталь. Тебе свыше Господом дано соединиться одно целое. А получилось раз. И ты где-то порхаешь, и она не знает, блудит она. Ты блудишь, ходишь, понимаешь? Все то, во что ты веришь, природа. И это одним мигом сказал Господь. С неба звезды посыпятся. Все горит. Слово мое вечное. Так сказал Господь. Так сказал Господь, сотворивший небо и землю, меня, Игнатия Тихоновича, тебя сотворил по милости, не сами мы откуда-то выползли, он сотворил, он Господь Иисус Христос. Мы бы все погибли, если бы милость не было Бога, не послал Сына Единородного для того, чтобы помирить нас с Богом, чтобы мы возвратились к Богу, Творцу, и сказали: благодарю Тебя, Создатель наш, благодарю Тебя, Господи, за жертву Твою, без Тебя бы погибли, моментально погибли. Это жертва Его. И что, а с этого сознания нету? Жертва его, пошел жертву для того, чтобы тебя спасти, меня спасти, Сергея спасти, Владимира спасти, Виталия спасти, Марину спасти, отрока нашего дорогого, любимого спасти. Скажи что-нибудь такому молодому человеку, какое-нибудь слово. Вернуться к жене. Куда ты попал, Роман? Потому что все, что у вас вот без Бога, это тлен. Это щебень только готовится. Есть будущность. Ради будущности нужно жить по Евангелию. А это все, что ты делаешь, где-то там никто тебя не вспомнит. А был такой бомж, шатался тут. Да еще что-нибудь навесит на тебя. Не только то, что ты уже натворил, а еще больше. Сказал агроном, то другой. Он не посеять, говорит, не пожать не знает. Вот можно я еще спрошу? Вот ты ценишь то, что ты умеешь? Ты умеешь топором работать, ты умеешь построить сантехнику, ты умеешь
то, другое, третье, отремонтировать. Ты ценишь это? А вот смотри, что произошло. Слышал про Моисея? Моисей, слышал? Да. Нет? Кто такой Моисей? Ну, я знаю историю, что он 40 лет водил. Водил. Ну, что-то ты слышал. А было так. Он водил по пустыне до тех пор, пока подошли они к горе Синай. Господь сказал, зайди на гору ко мне, и я тебе дам заветы, те, которые будут вечные для всего народа, который он водил. Пошел он. Не успел он пойти, такие же специалисты, которые умеют рубить, те специалисты, которые умеют плавить, те специалисты, которые умеют стрелять, ну все что угодно, специалисты, они говорят, сделаем тельца и будем, это Бог наш. Бог позвал Моисея, а эти специалисты, ты такой же специалист, понимаешь, ценишь свою, давайте сделаем, а давайте сделаем. Тебе мысль придет сделать какого-нибудь истукана себе дома, такого деревянного, и скажешь, мой Бог, придет такое, придет, точно придет. Все язычники так делают. Или что-нибудь, выйдешь на солнце, мой Бог, берез обнимешь, мой Бог, я живу радость. Пришел Моисей, они пляшут, танцуют, радуются специалисты. И сказал Бог Моисею уничтожить. Ты представляешь, такого хорошего специалиста придут и быстренько одним ударом. Жик! Все. Где ты был, что ты делал, куда стремился? К какому ты Богу там соединился в душе? Нету, все, отрубили. Это история, это Бог-то, это святая Библия. Простите, Игнатий Тихонович, что я такое. Отпускайте. Спасибо, Христос. Спасибо, что приняли. На путь. А Терентий вышел? Да, они вышли уже. Сейчас.